Итак, проведем демонстрацию стенда селфи с Кантом. Интерактивный стенд оснащен сенсорным дисплеем и камерой и производит фотосъемку посетителей с известным историческим персонажем. Для того, чтобы начать работу, нам нужно нажать кнопку «Сделать селфи с Кантом». Стенд имеет возможность переключить язык интерфейса, английский, литовский, также получить информацию о проекте на выбранном языке. Для того, чтобы начать работу, нажимаем кнопочку «Сделать селфи». Эммануил Кант приветствует посетителей и предлагает сделать фотографию. Здравствуйте! Позвольте представиться. Эммануил Кант. Я рад вашему визиту. Желаете ли сфотографироваться на память? Смелее, друзья! Встанем рядом. На этом экране мы можем сделать новую фотографию, если нам не понравился результат, либо получить фото несколькими способами. Первый способ — отправить на электронную почту. Мы вводим адрес электронной почты. На время ввода адреса электронной почты таймер закрытия окна приостанавливается. Мы можем отправить на несколько электронных адресов. Удобный способ получения фото с помощью сканирования QR-кода. Тогда мы сразу отправляемся на сайт, на котором мы видим нашу фотографию, имеем возможность загрузить фото и сразу поделиться в социальных сетях. Кроме того, мы можем запомнить код, либо сфотографировать и зайти на сайт photocant.ru и получить эту фотографию. Нажимаем кнопочку «Закрыть». Всего хорошего. И не забывайте про моральный закон. 3, 2, 1. И Кант возвращается к своим занятиям, читая книгу и ожидая новых посетителей.